Ассамблея народов Чувашии – молодая общественная организация, которая решает вопросы межэтнических отношений и укрепления духовных связей. Как они выстраиваются, обсудили на выездном заседании в Комсомольском районе. Языках. Более чем наглядный пример того, как живут в селе Урмаево разные национальности. О народных традициях, культуре и обычаях малыши знают с детства. Так воспитывают их взрослые. В местной школе уже давно стало нормой проводить тематические живые уроки. Благо за фактурой далеко ходить не приходится. Многонациональная жизнь урмаевцев на виду. Сейчас вот идет реконструкция одной из мечетей. Я убежден, вы доведете до ума. У вас будет здесь очень красиво, очень уютно. Место для того, чтобы могли люди помолиться, и школы, где духовно, нравственно молодежь могла обогащаться. Поэтому хочу сказать большое вам спасибо за такое отношение. За круглым столом с участием местных жителей обсудили вопросы межэтнических отношений. Разговор был вполне предметным. Как на государственном уровне поддерживают языки, в частности татарский? Какие есть перспективы у традиционных культурных фестивалей? Самое главное, мы спокойно, свободно можем говорить на своем родном языке, на татарском языке, да? И можем ходить вот в своей духовности, ходить в мечети, молиться. Нам никто не запрещает сегодня это делать. Комсомольский район растет и развивается. Это отметили все участники круглого стола. Инициатива жителей плюс понимание на уровне правительства сделали муниципалитет одним из самых красивых мест в республике.